Церемония награждения победителей Московского открытого детско-юношеского чтецкого фестиваля конкурса «Живое слово» прошла в столичном доме национальностей. Звенигород на конкурсе представила воспитанница дома детского творчества Ульяна Саблина. Ульяна сумела очаровать публику и жюри и стала лауреатом первой степени. Победительнице вручили диплом, кубок и сертификат. Приглашение на 4-й открытый московский конкурс «Страницы русской классики. Золотой век».